Ну что ж, приветствую всех, братья. Карт UFC все ближе и ближе. Еще один прогноз для вас подготовил. И, возможно, уже сегодня или завтра будет экспресс. В общем, посмотрим. Андер Мунис против Эрика Андерса. Ну и давайте начинать. Андер Мунис. 25 боев, 21 победа, 4 нокаутом, 14 сабмишинами, 3 решения, 4 поражения, 4 нокаутами. Последняя позиция — Соуза и Барташ Фабинский. Очень высокого уровня джитсер Андре Муньес, использует свои сильные козыря. Довольно на хорошей победной серии. И в принципе, я не знаю, вот это вот то, что многие бойцы раньше пробивали, вроде как немножко он присвоился и за счет своих лучших навыков вытаскивает бои и по большей части сабмишинами. Эрик Андерс, противоположность. Мунису 21 бой, 15 побед, 8 нокаутом, 2 сабмом, 5 решением, 6 поражений, 1 нокаутом, 4 решением, 1 сабмом, 1 ничья. Даррен Стюарт выиграл в последнем поединке Йотка, Джеральд Миршерт. В принципе, оппозиция довольно неплохая, но с последнее время прям серьезной стабильностью Эрик Андерс не отличается. У Эрика Андерса всегда есть один шанс, это хорошо попасть, у него есть нокаутирующая мощь. И вот в данном противостоянии, долго думая вот над шансами бойцов, я думал вначале 50 на 50, но потом понял, что борьба Муниса, она на другом уровне. И он использует свои сильные козыря, и опыта в UFC у него также уже хватает, и очень хорошая победная серия у него. И в принципе, я пришел к такому выводу, что да, конечно, Эрик Андерс имеет шанс панчера, нокаутирующей мощью, то, что отправить Мунис заспать, но мне кажется, что Мунис все же перерос ту грань бойца, который раньше делал много ошибок, вот, натыкался на эти панчи, не самым лучшим образом держал удар. Я думаю, что он скорректировал все это за все время, и поэтому у него и такая хорошая победная серия. Эрик Андерс хоть и хорош, но по моему мнению, в последний момент я считаю, что фаворит для меня здесь идет Андре Муньес как раз таки. И вполне возможно, не исключено, что он может закончить поединок с сабмишином, болевым или удушающим. Конечно, нельзя исключать, что может напороться на патчи Эрика Андерса, да. Вот, смотрите, 3 ставочки. Чистая победа Муньеза, болевым удушающим, вот, и просто тотал менее 2,5 в данном поединке. То есть, если, скорее всего, не финиширует Мунис, то наткнется на какой-нибудь панч Эрика Андерса, и все закончится быстро. Но верю я здесь в победу Андре Муниса. Что ж, по данному противостоянию у меня все. Вы делитесь своим мнением в комментариях. И думаю, скоро будет экспресс. До новых встреч, до новых прогнозов.